пехоты. Третий день подряд на нас ведется охота. Обложили не спеша, сжимают кольцо. Нас 17, все мы партизаны со стажем. Я Эрнесто Че Гевара, вроде как старший. Сотни раз мы все смотрели смерти в лицо. На том конце, на том берегу, кто ждет меня к завтраку или к обеду? На том конце, на том берегу, кто ждет меня, слышите, я не приеду. На том конце, на том берегу, кто ждет меня к завтраку или к обеду? На том конце, на том берегу, кто ждет меня, слышите, я не приеду. Лес кишит летающим свинцом и врагами, и земля чужая у меня под ногами. Но есть еще сигара и патронов штук семь. Шансы словно облака небесные тают. Надо вырваться, да только сил не хватает. И ребята, к сожалению, живы не все. На том конце, на том берегу, кто ждет меня к завтраку или к обеду? На том конце, на том берегу, кто ждет меня, слышите, я не приеду. На том конце, на том берегу, кто ждет меня к завтраку или к обеду? На том конце, на том берегу, кто ждет меня, слышите, я не приеду. Вот и все, похоже, сил осталось немного. Кончились патроны и простреленные ноги. Но сигары все еще горит огонек. Счастливы враги, им Че Гевара достался. Парень, что пришел меня убить, растерялся. Я мужчина, не робей. Стреляй, паренек. На том конце, на том берегу, кто ждет меня к завтраку или к обеду? На том конце, на том берегу, кто ждет меня, слышите? Я не приеду. На том конце, на том берегу, кто ждет меня к завтраку или к обеду? На том конце, на том берегу, кто ждет меня, слышите, я не приеду. На том конце, на том берегу, кто ждет меня к завтраку или к обеду? На том конце, на том берегу, кто ждет меня, слышите, я не приеду. Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер! Спасибо большое! Большое спасибо, что вы пришли к нам сегодня. У нас есть такая традиция, когда мы даем такие зальные камерные концерты, то иногда люди хотят что-то спросить или что-то сказать. Они пишут записки и посылают нам на сцену. Мы их здесь читаем, вот, пытаемся отвечать на вопросы. Сейчас следующие две песни нам выйдет помогать на эту сцену удивительный человек. Это Борислав Струлев.
Приветствую. Просыпается летнее солнце, в окно улыбается. Ночь отступает, и тени сползают с крыш. Доброе утро, скажу я тебе, Париж. Здравствуй, Париж! Сегодня вирус вас вместе с твоим любом в силе парту. Эмэдэму сон жамен вой. Ты бэк сэй сэй тут мэк мэй бухну. Сегодня вирус вас вместе с твоим любом в силе парту. Эмэдэму сон жамен вой. Ты бэк сэй сэй тут мэк мэй бухну. Поднимается, слышится шум и гам. Весело, весело, весело вместе нам. Я буду петь тебе песню мою, услышь. Лучший на свете ты, солнечный мой Париж. Слушай, Париж! Сера вирус вас вместе с твоим любом новый силе парту. Эмэгэму сон жамен вой. Вибэк сэзэй тут мэк мэй буху. Сера вирус вас вместе с твоим любом новый силе парту. Эмэгэму сон жамен вой. Вибэк сэзэй тут мэк мэй буху. Наступает, на улицах тишина. Лишь одиноко на небе висит луна. Падают звезды на черные спины крыш. Снов тебе сказочных спи, засыпай, Париж. Сера вирус вас вместе с твоим любом в силе парту. Эмэгэму сон жамен вой. Вибэк сэй сэй тут мэк мэй буху. Сера вирус вас вместе с твоим любом в силе парту. Эмэгэму сон жамен вой. Вибэк сэй сэй тут мэк мэй буху.
Спасибо. Следующая песня называется «Куда приводят мечты». Я сидел и смотрел телевизор, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, мы в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: «Мой мальчик», он сказал мне, «мой мальчик, я для тебя нарисовал это, мой мальчик». Он сказал мне, мой мальчик, я для тебя нарисовал лето. Мой мальчик, он сказал мне, мой мальчик, я для тебя нарисовал лето. Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий, он улыбнулся мне и сказал: «Приятель», он сказал мне, «приятель, у них с гитарами совсем сложно». «Приятель», он сказал мне, «приятель, да я сыграю на твоей, можно». «Приятель», он сказал мне, «приятель, да я сыграю на твои, можно». Я как-то сидел и смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: «Угости сигареткой». И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил. «Ты знаешь», он сказал мне, «ты знаешь, ведь я ушел, не доиграв роли». «Ты знаешь», он сказал мне, «ты знаешь, давай-ка выпьем по 100 грамм, что ли». «Ты знаешь», он сказал мне, «ты знаешь, давай-ка выпьем по 100 грамм, что ли». Я как-то шел после концерта по улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси». «Представить, мне так трудно представить, что разговаривать с тобой смею. Оставь мне свой автограф на память, вот я похвастаюсь потом Диснею. Оставь мне свой автограф на память, вот я похвастаюсь потом Диснею. Оставь мне свой автограф на память». Спасибо большое, Борислав Струлев. Песня из сериала «Папины дочки», так и называется «Папины дочки». Поехали.
лежала, стирая прошлое, словно вирус. И хоккеист уж у нас сбежала, и на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается, слезы утри, по жизни идет и смеется. Вот он, смотри, он самый счастливый из нас, избранный небесами. Он вам не старый баркас, а фрегат с парусами. В чем же причина тогда? Две обычные строчки. Добрым советом и мудрым словом он лечит души. На все вопросы он знает ответы, всегда подскажет, как сделать лучше. А что его ждет впереди? Там все не так гладко, но все же он победит. Парень-загадка, он самый счастливый из нас, избранный небесами. Он вам не старый баркас, а фрегат с парусами. В чем же причина тогда? Две обычные строчки. Его папины дочки, па-па-па-па-па-па, его папины дочки, па-па-па-па-па-па, его папины дочки, па-па-па-па-па-па, его папины дочки. Он вам не старый баркас, а фрегат с парусами. В чем же причина тогда? Две обычные строчки ждут его дома всегда. Его папины дочки. Он самый счастливый из нас, избранный небесами. Он вам не старый баркас, а фрегат с парусами. В чем же причина тогда? Две обычные строчки ждут его дома всегда. Его папины дочки, па-па-па-па-па-па, его папины дочки, па-па-па-па-па-па-па, его папины дочки, па-па-па-па-па-па-па-па, его папины дочки. Попробуем спеть все вместе. Вот сейчас будет песня, которая называется «Ума Турман» или «Я так ждала тебя, Вова». Давайте вы попробуете спеть куплеты, а мы, соответственно, припевы. Все готовы? Ну, молодцы. Давайте, я начну. Я смотрю. Подожди, здесь все путаются. Замыкание. И встали. Травма. Моя любовь. Папа, накоплю и тебе наплыву, долечу, доеду. Рядом с тобой поселюсь, ты будешь рада такому соседу. Мы из России, народ простой, я ей сразу скажу здорово. А ты улыбнешь, что и скажешь мне, что... Ждала тебя, Вова. Я так ждала тебя, Вова. Второй куплет. Я смотрю.
выходы все. Соседу. Жизнь, прости, народ простой, я тебе сразу скажу здорово, а ты улыбнешься и скажешь мне. Без крика, без шума. Ну, найду какой-нибудь повод. Скажу, ну здравствуй, Ума. Она скажет, ну здравствуй, Вова. Но надо как-то отношения завязывать. Я скажу, ну как ты тут вообще жива-здорова? Она скажет, а вообще Володька хреново. И начнет рассказывать. Вот скажи, к примеру, приходил Тарантино, нажрался, стал приставать ко мне пьяная скотина. Ну я тогда ему так строго сказала: Фетин, может, ты, конечно, говорит, и не заметил. Но вообще я жду Володьку из России, а тебя под лица, говорит, вообще заходить не просили. Вот такая батва, прикинь, бывает не до смеха. В общем, было трудно без тебя, Вова. Хорошо, что приехал, папа, накоплю и к тебе наплыву, долечу, доеду. Рядом с тобой поселюсь, ты будешь рада такому соседу. Мы изросли, народ простой, а я сразу скажу здорово, а ты улыбнешься и скажешь мне. Так ждала тебя, Вова. Спасибо вам большое. Вы прекрасно поете. Эта песня называется «Кино». Но как? Яду три капли, о! Женщины всего мира рыдают, бедный Ди Каприо. Эй, днями и ночами очень давно кружится планета. И что же будет с нами, только в кино ты узнаешь это.
слышали, продолжать не будем. Милая и трогательная история, простая и понятная людям. Посмотришь, и на душе становится так светло, так легко. Жители планеты рыдают от счастья, браво, Лукьяненко! Эй, днями и ночами очень давно рушится планета. И что же будет с нами, только в кино ты узнаешь это. Инопланетяне напали на Землю, вот уж беда пришла. Но не испугались, не дрогнули жители США. Встали все вместе и героически победили засранцев. Счастливы все практически. Hello, американцы! Ночами очень давно кружится планета. И что же будет с нами, только в кино ты узнаешь это. Эй, днями и ночами очень давно кружится планета. И что же будет с нами, только в кино ты узнаешь это. Эй, что же будет с нами, только в кино ты узнаешь это. И что же будет с нами, только в кино ты узнаешь это. На следующую песню к нам присоединяются солисты хит-оркестра братьев Ивановых. Что ты на меня показываешь? Братьев Ивановых. Это оркестр братьев Ивановых. Антон Румянцев на саксофоне. И Вадим Эллен Кринг. Труба. Если ничего не перепутал. Это замечательные джазовые музыканты. Девочка Прасковья из Подмосковья. Yeah.
должна любовь свою порвать. И снова ты должна любовь свою. Девушка Проскоя из Подмосковья с грустью и тоской снова одна. Девушка Проскоя из Бирюлёва, допустим, за войской плачет. Ой. Девушка Проскоя из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна. Девушка Проскоя из Подмосковья за занавеской плачет у окна. Спасибо большое. А теперь на эту сцену мы приглашаем весь оркестр Ивановых, братьев Ивановых. Споете трио с Тимуром Родригесом. С удовольствием. Да. Тимур, залазь. Залазь. Немедленно, залазь. Тимур, немедленно, немедленно на, да, сцену. Давай, давай. Здрасте всем. Как ты говоришь обычно? Давай. Добрый вечер. Какой чудесный день, поем песню? Почти. Сейчас ты давай возьми несколько записочек, прочитаешь. Вопрос отличный. Почему без подтанцовки? Есть парочка идей и телефон. Сохрани. Спасибо. Это подтанцовка Моисеева ищет новую работу. Ну что же, приступим непосредственно к музыке. Давай вот так вот. Добрый вечер и о погоде. Теперь о погоде. Ну что, оркестр может начинать играть? Давай команды. Давай. Антон Городецкий, бросила жена, он грустил не по-детски. Пришел колдунь, а ну-ка наколдуй мне, легко, мой хороший, только хлопнул ладоши. И жена вернется, от того отвернется, и маленькая жизнь внутри нее оборвется. Но вдруг налетели на ведьму тени, привидений говорят, не бывает преступлению. Что ты, потупил взор? Сдавайся, ведьма! Ночной дозор. И треснул мир напополам, дымит разлом. И льется кровь, идет война, добра со злом. И меркнет свет в углах паук, плетет узор. По темным улицам летит ночной дозор. Антоха, что поступил плохо, и то, что развела его колдунья, но сила иного в Антоновом взоре, а значит, он будет работать в дозоре. Годы прошли, Городецкий не тужит, водочку глушит, с вампирами дружит. Начальник хороший, мудрейший генсер, был сам министром Минэр.
СССР. Вызывают, нужно ехать скорее. Вампир, парикмахер с подружкой своей. В логово к себе заманили подростка. Решили поужинать, подлое просто. Антох успел, завязалась драка. С огромным трудом, но все ж убил вурдалака. Ножницами был тяжело ранен в бою. При смерти был, можно сказать, на краю. Но добрый гитлер его вылечил быстро. Еще бы, а бы кого не берут замминистра. И треснул мир напополам, гремит разлом. Здесь оказывается соло на саксофоне. Беда за бедой, как по ноту. Ворона залетела в турбину самолета. На тепло централи чего-то взорвалось. А свет виновного всем оказалось. Но среди красавца Антона влюбилась. И разрушение остановилось. Но злой заулон из дозора дневного сделал из сына Антона иного. И как с этим справится наш герой? Все на просмотр картины второй. И треснул мир напополам. Дымит разлом, и льется кровь, идет война, добра со злом. И меркнет свет в углах паук, плетет узор. По темным улицам летит ночной дозор. И треснул мир напополам, дымит разлом. И льется кровь, идет война, добра со злом. И мягкий свет в углах паук плетет узор. По темным улицам летит ночной дозор. Тимур Родригес. Спасибо. Это правда, что мы ни о чем не договаривались. Мы ни о чем не договаривались. Да. Просто он очень хотел выступить, поэтому прислал записку. Да. И 30 рублей. Да, 30 рублей. Ума Турман, огромное спасибо. Спасибо, Тимур. Спасибо большое.